Итак, друзья, всем большой привет. Меня зовут Иван, вы на канале Фолиота. Мы с вами продолжаем по-прежнему играть в Амнезию The Dark Descent. Прошу прощения за свое долгое отсутствие. Традиционно у меня из-за рабочих моих моментов приходится иногда вот так вот неожиданно покидать вас, казалось бы, бросивши на полпути. Но нифига подобного, я никогда ничего не бросаю, мы продолжаем. Я, насколько помню, мы починили какой-то лифт, едва там сбежав от этого гамадрильного какого-то Васи, который меня терроризировал, от которого я там просто кипятком писать ходил. Вот, мы упали в лифте, вот тут завал такой от этого лифта, собственно, остался. Что нас ждет дальше, я без понятия. Стрёмно, зараза, в эту игру играть. Такая очень гнетущая атмосфера. И кульминацией этого гнета становится очень какой-то колоссальный испуг, который, честно говоря, меня просто в трепет и ужас привел. Это, если вы помните, когда мы нарвались, повторюсь, на это вот с порванным ртом такого Васю. Так, что-то тут меня кумарит. Идем нам сюда. Куда-сюда? Что это было? Прости, я должен был предупредить тебя. Как барон, я отвечаю за содержание преступников в тюрьме. У вас там настоящие темницы? Конечно. Пойдем, не стой на месте. Что у нас, кстати, есть по нашим в инвентаре? 10 трутниц поджигать, это хорошо. Ручная дрель тоже хорошо. Опиум, ну, у нас, кстати, здоровье, мелкие порезы. Ну хорошо, приятно, все. Опять что-то он вспоминает. Так, ну давай, встрепенись. Так. Это вот он может. А, это канделябр какой-то, да, валяется. Подсвечник. Я забываю все время, что у него есть глаза к тьме привыкают. Но здесь еще как-то есть такая тьма густющая, да? Помните, которого боялся наш протагонист? Так. Во, завал можно разгребать. Так, ну это я припоминаю, что завалы можно разгребать. Только все равно темно и едва ли видно, что там творится. Глаза как-то привыкать не особо хотят. Ой, мамочки, мамочки. Стоп. Еще лишь камни валяются. Ладно, не будем. Давайте по-рыхлому. Кто там нахрен так шмбуршит, а? Я ж боюсь. Мне очень много рекомендаций было ходить с какой-нибудь фигней в руках. Если появится этот чудик, к нему так бам, кидаешь, и он что-то какое-то время, короче, он там залипает. Я, конечно, к этому все к сведению приму, но иди туда, страшно. Так, ну у меня же есть фонарь. Чудодейственный. Блин, таракан. Мадагаскарщина тут, короче, лазит. Так, ладно, с веселым настроением, ребятки, продолжаем идти и мочить ритузы. Тихо. Слушайте, его так кумарят, когда... Тихо. Ты что, сзади, что ли, кто-то есть? Так, я направо повернул. Сюда еще можно прямо куда-то пройти. Здесь какой-то, блин, подвал страшный. Подождите. Холодно. Тихо. Холодно. Вон там еще какой-то свет просвет. Блин, да куда ты приперся? Дэниел, или как тебя там зовут-то, я уже забыл. Так, вот мы можем поворочить кровать, но... Предательски заканчивается масло. Ясно. Так, дайте-ка мне заполнить маслом. Слушай, здесь кроме этого ничего нету. Такой голос. Так, вот еще одна трутня. За дверью. А, это просто отломанная дверь стоит. Ну ладно. Хорошо. Но мне страшно по-прежнему. Потому что я не знаю, что делать. Кроме как зажигать незажигаемое, больше ничего не остается. А-а-а! Иди нахрен! А что мне с ним делать-то?
Просто драпать от него. Какого черта? И что мне делать? Отвали. Это какие... Это какой-то просто ад. Мать моя женщина, откуда ты здесь взялся? Ты же остался там, наверху. А я сейчас еще с ума сходить начну. Так, тихо. Ух, видите, у меня чувак бонял с башкой, какая-то просто полная жопа происходит. Он боится. А тратить это мне так долго не получится. Ты чё шебуршишь так громко? Просто предатель. Какая-то киянка. А я его могу... Ой, господи. Он же, если сюда сейчас ворвется, он меня сгни... Ой, его стулом, короче. Задачу. Так. Какой-то молоток мы нашли. Стоп, а вообще, может, мне надо посмотреть по журналу, что там сделать. Нет воспоминаний. Вот хоть тресни. Записи. Постой, снежный. Дневники. Дневники тоже не то. Почитать... Ничего нам тут не дадут. Пока что. Я оттуда, да, слинял? Чё такое? Это кто? Это он? Да, слушайте, я туда не хочу идти. Посмотри на свет. Или это не он? Валун какой-то здесь. Тихо. Темно, как у негра. Куда идти? Я вообще не представляю. Вот. Ага, отсюда мы вообще вышли. Господи, я от страха уже запутался реально. Так, значит, короче, нам наверх. Или нет? Пошлите, сходим наверх. Вон там что-то горит. Маслица. Спасибо. Пока живем. Тихо, тихо, тихо. Тихо ты. Это тараканы, что ли, такие тут? Еще одно место непонятное. О, что тут происходит? Где она? Куда она делась? Не скажу. Ничего не скажу. Ты только все усложняешь. Послушай, маленькой девочке здесь не место. Она может попасть в беду. Кто знает, какие ужасы скрываются там, внизу. Да-да-да-да-да. Дайте мне что-нибудь. О, что-то там валяется опять, видите? Короче, тут опять надо насобирать нам. Какой-то... Долото это. Ну, это лом вообще какой-то. Хорошо. Долото. Нам, наверное, можно с молотом сапка соединить, нет? О, смотри, соединилось. Для резьбы по камню. Больше ни с чем их никак нельзя скрестить. Не на чем использовать этот предмет. Оковами можно. Но страшно перед... Все равно не становится. Легче, вернее. Так, мы оттуда, по-моему, притяпали, да? Во, может быть, сейчас можно долотом как-то его... Во, видите, что-то получается. Мать моя, как все... Все, масла больше нету. Все, слава богу, он не испортился. Так, тут черепок чей-то.
Главное на говно не нарваться, а то я просто с ума сойду. Тихо шипеть не надо, так ты мне, таракан ты. Ох. Короче, где-то этот хмырь тут лазит, да? Что-то открылось. Тихо, он где-то ходит. Я надеюсь, не в этой комнате. Сиди тихо. Дэниел Крейг, блин. Вот он. Я, меня здесь нету. Пошел, пошел куда-то, по-моему, да? Ой, ты ж, мать моя. Я не знаю, что делать мне сейчас с рассудком с моим. Легкая головная боль. Пока вроде все в порядке с рассудком. Трутень 4. Блин, позажигать тоже нечего. Еще, кстати, музычка, я заметил, меняется такая. Тунц, тутудунц такая, да, прям вот выдает, короче, присутствие этого плава. Но я сейчас все равно чувствую, что я на нее нарвусь. Я не знаю, но мне страшно, просто до усрачки. Он с двух ударов лупит. Что ты так скрипишь? Почему, кстати, это говно света не боится? О, еще одна. На тень. Мама, но я не хочу уходить без тебя. Беги, дитя мое. Ты должна бежать. Найди провожатого Габриэля. Пусть вызовет людей короля. Нет. Кровожадный Габриэль. Это я, что ли? Или как мне там, Дэниэль? Я уже забыл. Тихо. Но... Кто-то идет. Нет времени расширить дыру. Все будет хорошо. Я обещаю. Это здесь, что ли, что-то? Блокирует дыру. Вот за этой кроватью, что ли? Во, смотрите, рад, дыра какая-то есть. Слишком мала, чтобы пролезть. Подождите, а может еще что-нибудь есть, во-первых? А долото нам это не поможет? Наш с молотком. О! Что-то помогло. Круто! Получилось, получилось! Вот чудо! Темница север. Это темни. Может, я, конечно, еще и не все тут. Трутню с маслом. Масло у меня вроде в порядке. Так, тихо. Что это за красная такая? Несу светится. Так, вон куда-то вроде тут. Фу, какая мерзота. Пойдем на ощупь. Надо, чтобы ничего сверху на нас не свалилось. Да, амнезия — страшная игра. Идем направо. Я думаю, все равно. Нет? Во, разбирается что-то, смотрите. Сейчас эти камушки нафиг все туда перетаскаем. О, прям чувствую себя как при строительстве в Майнкрафте. Шучу, я Майнкрафт даже ни разу никогда не играл. Ну, что-то такое вот подобное. Я там видел. Господи, как же стрёмно, а? Да ответ... Ну и чё, этот гнида сюда перебрался? Так, вот, короче, какие-то не поддаются. Но я думаю, вряд ли, конечно, мне дадут использовать это все так просто. Ворот закрыты, навесной замок в отличном состоянии. Понятно. Значит, нам не сюда. Китчен. Кухня. Кстати, ой, я уже... Пардон. Пардон, моа. Господи, ну света-то побольше можно, а? Ну что за ересь-то? У меня трутниц не осталось уже почти.
О, может быть, здесь дадут передохнуть. Вот, есть почитать. Я тебя закрою только от греха. 2 августа, 1839 год. Я приехал в деревню Альтштадт. Тихое местечко в лесах. Я заночую здесь перед тем, как отправиться в замок Бренненбург. Провожатый, с которым я ехал от Бремена, посоветовал подождать до утра, а не ехать на ночь глядя. Я снял номер в мельнице, единственной гостинице на всю деревню. И теперь жду рассвета. Я пытался поспать, но, закрыв глаза, видел лица погибших в Лондоне. Стыд и страх заставляют вновь и вновь представлять себе их смерть. Они погибли из-за меня. Даниэль все-таки, а не Габриэль. Ну, не суть. Важно. На имена я после стольких лет, стольких игр не особо силен в запоминании, так что уж... Сейчас мы тут все раздвинем. Посмотрим. Ни хрена тут, короче, конечно же, нету. Жалко. Во, есть трутни. Отлично. А здесь, а, есть опиум. Ну что ж, неплохо. А это что за бухло? Делириум. Короче, какая-то с химикатами, да? Тихо, так, обязательно. Самое, не надо. Это какая-то кислота. Спасибо. На кухне есть бочка с кислотой. Так, ну я так понимаю, что нам еще... А если я в эту кислоту, допустим, вот хочу в эту штучку положить, не? Не получится. Ясно, придется возвращаться. Ну, оно и понятно. Так, ладно, зажигать это я не буду. Твою мать. И куда мне от него тяпать? Все, он меня сейчас сожрет. И куда я же от него денусь-то? Да, потрясающе просто. И куда? Как? Там один проход только был. Продолжать. Да спасибо, я, конечно, продолжу. Это как-то неинтересно. Даже не страшно. Это не, это просто неприлично. Ой, все понятно. Он, короче, в этой жопе там, да, он должен ее сломать. А если мы сейчас вот это вот подожгем. А бочка с кислотой. А дверь-то где? А дверь уже сломана. Да, что-то как-то эти предметы-то не помогают. Это кислота. Так, стоп. Стоп. Пу-пу-пу-пу-пу. А что с ней сделать-то? Можно. Не соображу, что-то я пока. Подождите. Но этот говнюк сейчас сюда придет. А если мы как-нибудь намочить что-нибудь на мне? Чтобы отшвы... Вот, забыл еще масло-то. Стоп, я что-то вообще не соображу. Что сделать-то надо? То есть мы хлебушек сейчас там намочим. Ой, промахнулся. О, видите, что-то он там сожрал. Мне кажется, это говно надо как-то вот засунуть тоже туда. Просто они, короче, исчезают. А если вот скляночки какие-то здесь позасовывать? Стеклянная банка идеально подходит для кислоты. А где стеклянную банку взять? Тихо. Моя стеклянная... У меня есть стеклянная банка-то? А у меня ее нету. Раны сильно кровоточат, у меня зато есть от этого говна. Блин, там походу приближается.
Так, ну где ж я возьму стеклянную банку? Может, это... Но она должна явно быть. Что она подходит? Как она подходит? Наполнить ее? Или что? Так что ли? Да нет, нифига. Ладно, попробуем шнорваться, еще пойти на этого самого. Ну, он там и есть. Этот Калыч там лазит. Может, это попробовать тазиком? Вряд ли, конечно. Да не поместится, наверное. Ну соображай, Иван. Что надо сделать? Посуда тут какая-то вся раздолбанная стоит. Все раскололось тоже. У меня ж нет стекля. У меня ж была стеклянная банка раньше, я помню, правильно, ребятки? Так, ладно, все, давайте, короче, пойдем посмотрим, что там эта хмырь. Я убьет, убьет, господи, что мне все равно делать нечего больше. Там замок надо как-то в этот про... Или он просто здесь появился? Так. Не поддается. Ну и куда идти? Куда идти, 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 идти? Вот я отсюда пришел, значит надо куда-то налево сходить. А, вот, видите, хранилище. Ну зашибись. Он этот говнюк, наверное, в хранилище сейчас пошел. Я там как этот Вася. А, ладно. Все, больше нет трутниц у меня. Этот говнюк. Что такое? Я думал, там в той кухне что-нибудь, может быть, наберется. Трутницы закончились предательские. Кухня. Рецепт. Хранилище. Здесь что у нас? Господи, какие-то стрёмные места. Хоть маслом снабжают. Трупачелло. Что-то мне как-то не внушает его поза. Не, не хочется за что смотреть, если честно. Ладно. Никого нету. Эй, кто-нибудь! Эй, кто-нибудь! Господи, ну как же так? За что? Что я такое сделал? Я не понимаю. Разве я в чем-то виноват? Да, давай, давай, давай. Зачем только он туда он сам пришел. Нельзя же заходить в горящий дом. Надо было головой думать. Так, ну все, походу, больше здесь в этом. Только трутницы, да, валяются. Откуда я пришел? Я пришел оттуда. Саласо, как говорит мой племянник. Раньше говорил. Так, вот еще какая-то тут записочка. Давайте почитаем. 1839 год. Такое ощущение, что я сбежал от мирской суеты и забот. Бренненбург — древний замок на холме, который возвышается над лесом. Петляющая дорога к воротам навевает мысли об открытии давно забытых мест. Я чувствую себя как Марко Поло, который вошел в тайный город Шандо. Барон Александр — человек своеобразный,
но приятный. Он в курсе того, что творится в мире, и совсем не похож на эксцентричного аристократишку. Моя комната шикарнее, чем номер в пятизвездочной гостинице. После захода солнца сказочный Бренненбург становится мрачным и зловещим. Странноватые слуги Александра вечно снуют поблизости. Они ведут себя тихо и все время крадутся. Похоже, Александр рад мне. Сказал, что я прибыл как раз вовремя. Угу. Так, это вторая была записочка, да, ребятки, у нас? А полезного что-нибудь не хотите мне? Кроме записочки-то. Полезное дайте мне что-нибудь, сволочь такая. Так, нихера тут нету. Есть. Подожди. Эти-ка я покакаю сперва. Дайте в углу забьюсь тут и буду сидеть. И делать вид, что никого рядом нет. Господи, стрёмно, пипец. Он же скотину убьется, ну удар. А у меня там мелкие порезы. А, смотрите, он еще самолечится, кстати говоря. Ну ладно. Правда, с мелкими порезами там он просто на один удар. Если бы мы были вообще свежи, то на два. Слушай, иди патрулируй отсюда куда-нибудь в другое место. Вася, я слышу его шаги. Вот так вот остается только сидеть. Ничего не сделаешь. Да, вот эти, конечно, игрушки типа Outlast и Amnesia, они, конечно, доставляют в этом плане. Вот, можно выглядывать, вот так вот, круто. Только смотреть некуда, темень там непроглядная. Если меня эта падла не услышит, если я пошумлю. Ой, господи, ты боже мой. Ушел. Темно, мать твою за ногу, а. Так, вот мы отсюда пришли. Слушайте, я так понимаю, мне надо найти склянку, чтобы там замок, короче, расплавить. Это очевидно. Только где ее искать? В хранилище, очевидно, тоже. В хранилище так просто не пробраться. Эта скотина тут шлындры. Может, она знает. Может, она и знает. Как вы думаете, куда это падла пошел? Запутали меня уже просто. Нужно его еще и ослабить. Вот, значит, для этого по-любому понадобится склянка. С этой, с... Эй, с кислотой. Стой. Да сам ты стой! Приближайся. Я просто хочу уйти. Не выходи наружу. Ух ты. Там слишком опасно. Я все расскажу Гавриэле. Блин, темень. Жуть какая, а. Скоро все будет готово. Подождем. Ну хорош уже глючить ты, господи, нихера ж не видно, блин. Как же вот эти глюки на самом деле раздражают уже, начинают. Он сбежал? Где он сейчас? О, что-то разломано там. Вот как вот сообразить, что здесь делать, а? Вот какие-то тут какая-то, не знаю, это что вообще? Колумбариш или какой-то, или что? Ты чё, гад, где-то пынколобродит? Здорово. Чешем на... Ну все. А я опять заперт. Чувак, иди отсюда нахер. Он сейчас меня вот здесь откуда-нибудь увидит. Пойди ты, боже мой.
Уйди отсюда, пожалуйста. Тараканы еще скребутся. Спасибо. За трудность, спасибо. Ой, ребята. Может, ушел? Нет, судя по тому, что здесь какая-то жопа, не ушел он никуда. Блин, да уйдешь ты, нет, ну господи, хорош уже меня терроризировать-то. Что-то там кто-то шебуршит. Ну, ладно, так была не была. Нарываться так нарываться. Не поддается, да, я смотрел уже. Так, надо что-то находить срочное. Находить надо такое срочно, что, так срочно, что просто пипец как. Уже я хочу отсюда свалить. Так, это падла где-то рядом. Надо помнить об этом. Может быть, кстати, можно как-то, подождите, выломать. Сейчас попробуем взять какой-нибудь бочоночек и выломать колумбарий там этот. Полуразломанный. Не, не канает. Значит, идем отсюда нафиг. Ой, моя женщина. Тоже замок. А что у нас вообще? К цистерне. А что там? О, трудно сейчас зажечь. Зачем я зажег нахрен? Вот сюда нам еще можно сходить. Все, я запутался в хранилище. Вон он. Гнида ходит. О, записочка есть. 4 Почитаем. 1839 год. Я проснулся от кошмаров рано утром и несколько мгновений пытался понять, где я. Вскоре в мою дверь постучали. Александр услышал мой крик и позвал меня спуститься к нему в гостиную. За чаем Александр рассказал мне все, что знал. Судя по всему, сфера отбрасывает длинную черную тень. Сфера не просто могущественный артефакт, но и весьма опасный. Прикосновение к ней пробуждает ее силу, и если владелец слишком слаб, чтобы ее подчинить, тень пожрет его. Тень медленно следует за владельцем, убивая всех и вся на своем пути, чтобы вернуть сферу. Я сказал, что мне нет дела до могущества сферы, и что я хочу избавиться от нее. Александр отговорил меня, ведь так я все равно останусь связан со сферой и в итоге погибну. А пока сфера у меня, я могу защититься, когда придет время. Я спросил Александра, что он имел в виду, когда писал, что может защитить меня? Он ответил, что можно кое-что сделать, но цена высока. Так, 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 пока нихера я ничего не понимаю, но да ладно. Так, у нас же там этот, кстати, Вася ходит. Да-да, он налево пошел. Падла, вы посмотрите, он один. Он здесь. Все, загрыз. Как он там оказал? Тихо, подождите. Я запер себя в комнате, якобы от него. Уходя. Ну и куда ты меня? А, он меня сюда, кстати, смотрите, забросил опять. Прошу прощения, ребят, никак не выздоровлю я. Приходится покашливать иногда. Так.
Господи, я чуть не обкекился. Так, нам вообще по-хорошему вон туда надо. Хранилище. Он здесь тоже шастает. Я его уже не то, что я его не боюсь. Он какой-то тут, блин. Так, опять вниз куда-то. Хранилище вниз. А что налево, если мы сходим? Тоже замок. Нам все замки, интересно, придется вскрывать. Тихо. Вот, вижу склянку. Склянка нашлась, отлично. Еще и трутницы есть. Парочку. Теперь надо вернуться на кухню и всего лишь взять, пооткрывать тут все замки эти, да, которые, вернувшись в хранилище. Ребятки, это мы сделаем в следующей уже серии. Ой, господи, как же мне страшно, я не могу, а. Ну, не то чтобы страшно, а перенервничал я, когда оказался с этим говнюком в одной комнате, потому что как-то он там очутился, я не очень понял. Стоп, тут есть... Ух, смотрите, как-то что-то есть, а я чуть было это все дело решил пропустить мимо кассы, да? Ладно, все, вроде мы здесь, надеюсь, что все подмели в какой-то степени. И продолжать будем, повторюсь, уже в следующей серии. Я надеюсь, вам все понравилось, поставьте лайк, друзья мои, подпишитесь на канал. С вами был Фолиот, всем до новых встреч, как всегда, большое пока.